цензор вольного шутовства! Ты падла, тварь! Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить Оверлорда. Блин, этот меня, сука, гребаный шут, шутит на мне, сука. Я его ненавижу, падла, я его когда-нибудь зарежу чем-нибудь тяжелым. А, жилища Пуросликов 2. Смотри, здесь сохраняшка проходит так, да, получается. То есть, если я сохранился, вышел, я буду в башне по-любому. Мы начинаем с того места, где я закончил. Да. А, в смысле, игра сохранена опять. С какого хера? А где мои эти прихвостни? Как мне их восстановить-то? Или мне назад нужно идти? А, вот, есть, отлично. Давайте, пацаны, возрождайтесь! Где мои дети? Детишки! Хорош, ну-ка. Ящики. Ящики. Все мочим. Вот тут чё? Хорош, разноси все нахер. Так, бутылки. А подожди, у меня такой вопрос. А, у меня, смотри, хилка полная. Я вот не помню, в прошлой серии я закончил с полной хилкой или нет. Возможно, когда я выхожу с игры и захожу обратно, у меня хилка восстанавливается. Все восстанавливается, и манная хилка, не знаю. Нужно как-то это будет проверить. Как-то-нибудь. Так, где наш тут этот главарик этих? Мы нашли их гнездо, господин. Осторожнее, не вспугните их всех сразу. А то они сварят вашу свиту в котле быстрее, чем вы скажете «бульон». Да-да-да-да. Так, ладно, не спугнуть всех сразу. Так я мощный, почему бы и нет. Так, будем искать где-то их главаря, что ли? Бля, пацаны, вы вообще ненормальные. Ладно, не спугнуть их всех сразу. А как же их тогда спугать? А как мне тут спуститься? Почему я не могу здесь спуститься? А где мне спуститься-то? Они меня что, не видят, что ли? Слепошары. Совсем. Круши! Разрушай! Убивай, блядь! Так, а как мне спуститься-то? Я же не могу спуститься. Так, будем тогда делать так. Ну-ка, блядь, ну-ка, блядь, ну-ка, ёптаю мать, мочи, козлов, козлов, мочи. Хорош, спасибо. Ой, блядь, я выключил себе блядские грёбаные часы. Да вот, стука, нормально работает. Падла. Так, пацаны, ну-ка, назад. Четырнадцать. Кого уже ушатали-то? Ты охуел тут, слышь? Че, я его с одного удара, что ли, вырубил? Ладно. Так а че мне их всех сразу не пугать-то? Нормально же все. Сейчас я вот еще одного достану. Опа, смотри. Че мне их всех не пугать-то? А как мне их тогда делать? Вот тут, пацаны, разберитесь. А я вот с этими разберусь. Так, моего одного, двоих уже ушатали, хорош. Вот это вечеринка, я понимаю, вот это вечеринка. Просто четкая. Ну-ка туда, пацаны. Всего четырех-то завалили. Так, женщины свалили. Хорош. А вот тут что не берем? Никому не надо? Ладно, пойду восстановлю еще. Где? 58. Они там рожаются, не? Так, хорошо. Сюда пошли, посмотрим, чего здесь. Тут я могу спуститься, нет? Нет, не могу спуститься я здесь. Там крысы, блядь. Я не могу здесь пройти, что за херня? Ладно. Спустимся тогда здесь. А что там? Там кто-то ходит. А ты, слышь, откуда? С домика, что ли, вышел? Ну-ка, вон туда, пацаны. Нехера рожаться тут. У меня неадекватные, конечно, мои прихвостни эти. Ну да ничего страшного. Так, что мне нужно сделать дальше? Где ваш главарь этот?
Где ваш главный полупорулослик? Ни хера не творят дела. Так, хорошо, тут мы все зачистили, да? Давай. Только зачем, я пока что не понимаю. Мне никто даже еще не сказал, зачем это мне. Зачем мне эти души, зачем мне деньги? Что я могу покупать, если у меня даже магазина нету? Или я потом построю? Так, что это? Тут ничего нет. Это можно разбивать? Ну, что вы, пацаны, я левую кнопку жму. Что не слушаемся, меня не понял. О, а это повар идет, смотри какой. Ты чем-то недоволен? Или что? Что с тобой не так? Ты меня будешь бить? Ты охуел? А ну-ка, бляха, давайте его, это главарь мини, дай. Хорош. Так, там закрыто, хорошо, пойдем сюда. Что-то повар недоволен совсем, я не понял. Я его посетитель, а он такой меня пришел и начал пиздить. Какого черта? Еще один, еще два. А, это же эти полурослики ссаные. Я думал, это нормальный человек, а он ненормальный получается. Так, вы что уже, там их мочите, да? Ну давайте, работайте, пацаны. Ой, бля, их там много. Одного завалили, красавцы, еще давай, мочи, козлов. Еще давай, мочи, хорош, всех, всех, всех. А, там крысы еще помогают, смотри. Да мочите их все, что вы бегаете туда-сюда? Дурни. Так, хорошо, я туда спуститься не могу, что ли? Ну ладно, а сюда? Могу. Отлично. Ну-ка. Есть манна, но манна мне не нужна. Сколько? 61. Хорошо, они рожаются, отлично. Они со временем восстанавливаются, это хорошо, так что можно, в принципе, не экономить. Пацаны, я на вас не буду экономить. Так, что тут можно еще разрушить? Все, что можно разрушить, мы разрушаем, пацаны. Да, да, круши, я разрешаю. Твори дела, твори свои свершения. Что хочешь, то и делай, тебя никто не осудит. Так, а что-то здесь крыс там много. А ну-ка, почистите территорию. Еще, 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 еще. Сука. Хорош. Ёбаные крысы, падла. Почему я не вижу, короче, жизни моих прихвостней? Вот и пища. Прикажите свите перенести ее, господин. Подожди, нужно тут все разрушить. Так, открываем. Эти там бездельничают. Ой, говорю, бездельничают. Хреначит, короче, все. Бляха, прикольная игрушка. Так, этот сам не потащит, пацаны, ну-ка давайте, помогайте. 5-6 человек. Еще, 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 7, еще давай. Быстрее, да, еще. Донесете быстрее. Ага. Вы нашли ее. Утёж спасен. Благодарю вас. Почему я людям если помогаю? Если вы положите еду рядом со мной, мы сможем отнести ее в кутёж. Почему это я помогаю людям? Это может сильно увеличить ваш запас жизненных сил, повелитель. Можете оставить все им. Просто подойдите к платформе и позвольте прихвостням положить на нее еду. Но если вы сегодня злой, то почему бы не оставить ее себе? Ну, я-то не очень-то и злой. Тогда а как ее оставить? Придется избавиться от свидетелей. Хорошо. Да, господин. Ха! 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 Я злой сегодня! Я сегодня злой сказал! А че я не могу от них избавиться? Я их не могу убить, если что. Я их могу просто отпинать. Что за херня? А я не могу их убить, алло. Что за фигня? Подожди, может как-то вот так? Нет? Так а я не могу их убить. Вы что? Ты сказал мне... Можете оставить все им.
Что за прикол? Я злой! Да я злой! Я злой, блядь! Я злой! Почему я не могу их убить? Я злой, блядь! Да я злой! Не убивается! Я злой, пацаны! Вон как! Вон как! Хорош, я понял как! Через shift! Вот, теперь куча народу против нас, смотри, прямо встали. И наконец-то нашел. Через shift надо все делать. Какого хрена? Кто там сыт, блядь? Я сейчас там буду проходить, а ты сышь? Падла. И что мне с ней делать? С этой едой. Куда вы ее несете? То есть это мне жизненные силы восстановит. Это застрял, походу. Он застрял. Отвечаю, застрял. Ладно. Это вы будете полдня нести, да? Все у нас здесь делается через shift. Так сказать, через зад. Смотрите, вообще надевали на себе какую-то херню. Где вы ее нашли? Это все домой тащим, пацаны. Все домой. Пища крестьян досталась повелителю. Свита счастлива, крестьяне нет. А что мне дальше делать? 15. А где тот, который застрял? Так, нужно бы посетить праздник полуросликов. Что еще за таинственная госпожа? А что разрушил замок кутеж? Башне нужна госпожа. Башне нужна госпоза. Затем мне нужна госпоза. Так, ну, я так понимаю, нам надо на кутеж этот вернуться или чего? Да ёб твою мать, что ты делаешь, блядь? Заткнись. И работай, все нормально, окей? И не делай так больше. Так, вернуться в башню. Нам надо как-то в башню, деревню кутеж попасть еще. И зачем нам госпожа? Я же говорил, что если я госпожа... Сука! Если у нас госпожа будет здесь командовать, то я же не буду властелином темным здесь. Она будет... Здесь властелином темным. 4. Что 4? Галочка 4. Ну, наверное, сюда, я не знаю. Все поехал мы. Только а почему? Я же сейчас с самого начала же, блядь, портанусь-то. Или как? Как мне вообще работать здесь с этими порталами, не пойму. Не, смотри, нормально. Так, так, так. Кажется, герой полуросликов Мелвин не просто вырос, но и перерос. Жаль, что в музыке он не разбирается. Их... Как? Как? А чё за херня? Как он так... Блин. Так, мне нужно как-то выпить всю воду, чтобы вот эту штуку забрать. Ладно. Подожди, а куда мне бежать-то? Карты здесь нету. Вот карты нету, это плохо. Где-то деревня полуросликов. Пошли сюда, короче. Как этот жирный, короче, или не сюда просто, к этим. А, так мне можно, в принципе, к этим зайти и просто пойти в другую сторону. Тут если что, можно немножко по этого самого его побушевать. Чё? На меня никто? Вы отняли еду у детей, у младенцев, вы меня понимаете? Да. Я много путешествовал, встречал всякое зло, вы и эти штуки хуже не видывал. Хе-хе, конечно же, это же я. Это же я, чувак. Ничего, я вам потом еще выпишу. Да вы еще хуже полуросликов. Ну так. А ты что думал? Я тут в шутки шучу или что? Опа! Ну как вперед. Вот, тут у них все восстанавливается. Смотри, тут фармить можно золото. Просто можно вот так вот. Заходишь, выходишь, заходишь, выходишь. Просто разрушаешь и все. И заходишь опять. 200% мощности.
Так, а подожди, где этот, где там был проход другой еще? К полуросликам. Что за таинственная госпожа-то, а? Вы бы уж разобрались с Мелвин. Да ща пойду. Подожди. На позиции. Так. Все, пошли дальше. Забрал еду, блин. Злой, я что сделаю? Мне, я всевышнее зло, мне нужно так работать. Если я буду добреньким, то я же не буду злым, ну как так? Даже тысяча полуросликов не может такое устроить. А что за огонь? Я чувствую запах чужой магии в воздухе. Нехороший такой запашок. Думаю, вам стоит вмешаться. Так это же ничего только что не горело. Что за хрень? Что это такое? Что за огненные упыри? Что за огненные? Так, ну потушить, я так понимаю, я пока не могу. Водяной воды у меня нет. Пойду что-нибудь искать дальше. Так, этого зашатали. Хорош. Так, а кто это тут такие, кто это такие тут огненные бегают, я не понял. Кто-то магию свою использует или чего? Кто тут еще, кроме меня, такой властелин, что прям, блядь, берет и, сука, использует магию огня? Я не понял, я только здесь огненный маг один, единственный в своем роде. Кто еще, блядь? Кто хочет пиздюлей? Ща я приду. Ну-ка, пацаны... Разбираемся. Вон, смотри, вон. Вот убежал один, никого не оставляем живых. Да конечно, змея, да, прикинь. Да. А, что, я сюда пришел? Тут ничего нет. Так, а стоп, а куда тогда? Тут у нас ничего, и там ничего нет. А куда тогда? Тут же был единственный путь, или тут что-то надо сделать? А, вроде не вижу ничего. Стена. Надо, пацаны, что-то вам? Или уже апгрейджены просто жестко? Они уже на 300% просто все. Грейданулись, красавцы, надели себе котелки на бошке. Туда можно зайти? Можно, смотри. Что мне делать? Я пришел откуда? Ну, я пришел... Я пришел отсюда. Стоп. Они туда пройти тоже не могут. Ладно. Так, а куда мне идти? Тут же вроде один проход всего был. Там огонь. Там я не потушу никак. Бурые. О, что это? F1. А у меня пусто, пацаны. F1, что-то магию выбирать, но... Здесь это... А куда вмешаться, слышишь? Тут ничего нету. Не понял сейчас, что делать. Мне нужно как-то потушить эту дорожку потушить. Так, а как я потушу? Или я могу? Я огненный властелин или я не огненный властелин? Я могу это что-то сделать? Как мне это потушить-то? Нет, так не работает это. Это так не работает. Мне нужны огненные ребята, но как мне их призвать-то? Мне нужны огненные, но я их не могу призвать. А как их призвать-то? А я не могу дальше пройти, алло! Ты мне сказал, что это то-то. Так а что тут? Тут больше ничего нет. Там тупик получается, и тут тупик получается. Там закрыто огнем, а тут просто тупик. И что мне делать? Мне огненных не дают еще. Мне нужно их найти, сказали. Может где-то они здесь? Грибочки. Да.
И чё, куда? Так, пацаны туда не выйдут. Никакушки. Да кнопка не работает, блять. Так, я не знаю, что мне нужно сделать. Мне нужно как-то потушить этот огонь, но я не знаю как. У меня воды с собой нет. А, мне нужны огненные, скорее всего, вот эти ребята. Но где мне их взять-то? Как мне их сделать? Слышите? Ой. Это не то. Чего-то я не понял немножко. Как туда пройти? Может быть, в башню вернуться пока? Может, там мне что-то скажут более-менее ценное, я не знаю. Ну, хотя, что мне там могут сказать, кроме того, как... Чувак, ты пришел, красавец, молодец. Мое почтение! Че, слышь? А этого нельзя бить, смотри. Пойду в подземелье свое. А что же мне делать теперь? Что-то как-то тут непонятно иногда бывает. Яйцо! Всевышнее, скажи мне, что мне делать. 6% злобность. А в смысле 12? А что их не могу брать? Где они? Что это? Дверь какая-то, но не работает. А где? Почему только обычные? Где огненные? Подожди, здесь огненных нету. Здесь только обычные. Подожди, уродилось 12. Хорошо, уродилось 12. Башня 12. А как мне... Так, а стоп, а почему они там тогда не берутся? Возможно, у меня нету места. То есть 15 это максималка, которых я могу брать. А как я могу тогда, подожди. Хорошо, а тогда как я могу им это... А как я могу тогда, блять, как сказать это, менять их? Если у меня, например, 15 бурых, как я могу тогда их, например, мне что, их просто... А как я же не могу их отозвать. Даже 1000 полуросликов. Давай как-то это скипнем. Я чую запах чужой мани. Окей, спасибо. Так, спокойно. А то этот меня хочет. Этот меня очень сильно хочет. Так а почему я не могу? Да уйди ты, блядь. Сейчас перережу тебя на две части, понял? Где ты, говно? Зачем? Вот огненные. А как их использовать-то? Что-то не понимаю. Сейчас пока не понимаю, как ими пользоваться. Да вот же, блядь. Подожди, уродилось 12. А как их использовать-то? Фига, раз снесли просто в прах. Я не понял, как их использовать. Это 12 человек. Как поменять на огненных? 1, 2, 3, 4, 5. Вышел лордик погулять. Да бурые. Вот бить. Хороший бит.
Так, я так могу с шифтом ходить. Так, а как мне их достать-то оттуда? Алло. 22 уже уродилось. А как их поменять-то? Ну. Буры! Да буры, я понял. Буры, блин, какого хрена? Ой, ладно, короче. Блин, телефонные звоночки, и не знаю, как сделать, сука, огненных с этих, блять, обычных. Не понимаю, как с них сделать. Короче, ладно, давайте, ребятки, там закончим. Ой, ссылки в описании под видео. Всем спасибо за просмотр, да-да-да. Комментируйте, и всем до встречи в следующей серии Overlord. Не знаю, буду как-то решать эту проблему с этими гребаными огненными, не знаю только как. В общем, все, всем пока.